Кратники. Звучит страшно. Но на самом деле это действительно очень страшная программа. Программа, когда на вас ставится кратник, когда воруют тот или иной ресурс у вас. И кратник можно поставить на что угодно. То есть украсть у вас могут ну, абсолютно все. Это может быть молодость, это может быть красота, это может быть здоровье, могут украсть счастье, вашу долю счастливую, могут украсть деньги, да, финансовые потоки ваши, ваш финансовый, на ваш денежный ресурс. Могут украсть ваше время. Ну, как бы там ни было, все это, конечно, очень плохо. Нельзя сказать, что кратник может быть какой-то в легкой форме, да, или в тяжелой. Это всегда плохо, потому что вы тратите свои ресурсы, вы тратите свою силу, свою энергию. У вас это забирают. То, на что вы не давали добро. Вряд ли найдется человек, который добровольно захочет отдавать какие-то свои блага. И, конечно же, от крадников можно защититься. Но прежде чем поставить такую защиту, нужно сначала отсечь те крадники, которые у вас есть. Нужно обрубить эти каналы, эти присоски, через которые к вам присосались и тянут из вас тот или иной ресурс. И уже после этого ставить защиту, чтобы никто не смел к вам прикоснуться и питаться вашими силами, вашими ресурсами, вашей энергией. Такую защиту вам могут поставить мастера парапсихологического центра Алены Полы, как по фотографии, так и на личном приеме.